сторона, куда они едут. Потому что столкновение совершенно разных культур, совершенно разных традиций, совершенно разных, по сути дела, по психологии людей, всегда травматично для обеих сторон. Сегодня в России, согласно данным Федеральной миграционной службы, находится порядка 7 миллионов мигрантов. Из них 5 миллионов приехали на заработки. Кто-то их откровенно боится, кого-то они раздражают. Иные утверждают, что они занимают наши рабочие места. А то многие говорят, что Хаджи Насреддин, он такой грязный, он такой непонятный, он такой сякой, разные говорят. А кто-то говорит, нет, он очень, но мы, впрочем, у Хаджи Насреддина даже шах боялся. Соседи ему все были богатые, ну, говорят, ну, везде есть и богатых, и без этого не бывает. Говорят, что ты, Насреддин Афанди, ты хоть один раз ты плов организуй, уже 2 года на нашем Ташкеле, ну, Ташкеле это вот такой, сидят на свадьбах, на вито, куда и делают. Куда и это значит вспоминать кого-то. Поминки, да, поминки не делаешь ни разу. Он, ну, постеснялся. Жена говорит, давай что-нибудь сделаем, говорит, выездим какой-нибудь, чтобы будет, чтобы народ меня стыдно. Я мужчина, говорю, среди мужчин нахожусь, на них не это. А ты дома сидишь, об этом ты не замечаешь. Она говорит, да у нас чуть-чуть деньги есть, говорит, иди купи казан. Но потом дальше посмотрим. И вдруг появится у нас это рис, масло, мясо. Она хорошо. Чуть-чуть деньги были у него, он забрал, пошел на рынок. Ну, его видели, что на середине, что, говорю, я казан хочу. Ты что, говорит, ты кому купишь, что ты будешь делать? Они говорят, нет, молчите. Самый лучший казан большой я возьму, который у него брал, 40 держатель, узкий. Почему, зачем, говорит, я так хочу. Такой худой сделаю, чтобы никто здесь не сделал. Но он взял, принес. Он жил от дорога, еще тропинка надо поднять в горы. И потом они на высоте на холме жили, наверху. И вдруг дождь пошел. Такой ливень дождь пошел. Смотрит вокруг. О боже, говорит, ты есть? Да перестань, говорит, я один казан. Как мне надо подняться, говорит. И взял, на голову вот так держал. На голову держал, чтобы не намокриться. И вдруг дождь перестал. Дорога, она камнистая. Ну, это как называется? Щебенка. И он скользнет. Скользнет, казан упадет, и на 4 разобьется. Так смотрит и грустно уже. Уже жена уже должен казан принести. И потом о боже говорит, ты даже шутку не понимаешь. Ты тоже, говорю, шутку не понимаешь. Вот разрушение советской власти распал. 15 братских стран, они расходились. Семьи, которые были дома, очаг, у них за дастарханом брат брата ждал. Друг друга ждал, отец сына ждал и так далее. Вот это уже распало. Я много чего видал в этом Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в других регионах, которые я побывал, видел, что как люди страдают за кусок хлеба, чтобы жить, жить и так далее. Содержать свою семью и свою культуру и так далее. Туда они не ездят. И вот в 1974 году я мечтал, чтобы приехать в Ленинград и видеть. А я знаю, вот парнишка с моего поселка. С моим поселком. А, вот я вам расскажу, да? Он приехал сюда работать с первого дня. Вот здесь он не купил никакой одежды. Никакой одежды не купил. Вот я, если это расскажу. Ну, как еврей, как тот, я не знаю. Ну, нет. Не понимаю, я не приветствую. Да, да. Мне вот не нравится. Мне вот это претит. Я не знаю. Нет, я честный, это. Нет. Я верю, просто не нравится говорить. Нет, нормально. Нет, это фигня. Он оттуда принес. Оттуда он принес. По-моему, 18 штук, что ли, хозяйственное мыло с собой принес. Он не купил ничего, носки не купил, а тут все принес, все, говорит, я обратно поеду, только куплю, с Ташкента куплю одежду, говорит, и домой захожу. Он за два года, вот это молодец, это парнишка, смотри, он пешком ходил, смотри, с этого. Сейчас скажу, откуда. Старопетерговского до Чернышевска пешком ходит. Ужас, весь год. 70 минут ходит пешком.
вообще 2 часа. Туда и обратно. Это почти где-то 12-13 километров, по-моему, или даже больше. Далеко. Даже больше. Я говорю, ты что там? Купи город проездной. Он здесь заработал за два года 19 тысяч долларов. Угу. Он копит. И потом раз отправлять деньги, жена говорит, больше 100 тысяч, говорит, ну, там нашему. Это будет 1200 рублей. Да. Не дай бог стратежка, я тебя убью. И знаешь, ты какой труд у меня нахожусь здесь, там деньги, говорит. Мы там покупаем машину и все сделаем, потом дальше будем жить. Он отправил 19 тысяч долларов потом. Я вот... Нафига, если здесь себя ущемлять всем и отказывать во всем. Зачем? Вот я не приветствую. Потом... Вот жизнь такая короткая. Да, короткая. И что как плюшки? Копить. И потом ты скрываешься. И в итоге ты ничего не имеешь. У меня царство небесное сосед. Ааа, гад. Ночью болеет. Вот она всю жизнь оплатилась, денег нет. Ну, купи. Она умираешь с этим. Самый младший, мать тогда болела, вот молодая была, но болела. Говорит, давай я тебя поженю, чтобы увидеть внуков твоих детей. И жена тоже здесь работает. Она как-то образовался. Вот приехала в Россию, поработала, деньги нашла уже. Раньше вот, например, если куда хочет, например, к матери или к баню, или в магазин, звонила. Можно мне пойти? Я скажу, да, она пойдет. Я говорю, нет, не пойдет. А здесь, куда хочет, туда и пойдет. У меня волосы вот до сюда были. Длинные волосы. Она красавица. Я же фотографию показывал или нет? Зря. Я постоянно с собой таскал. Вчера вот именно оставил свое детство. 21 лет. Перед свадьбой мы фотографировали. Ну, как-то я покажу. Я до 87 года с усами ходил. Толстый был такой. Волосы до сюда были у меня. Красавица был. Красавчик, то есть. Вот она недавно домой поехала. Я детям своим сказал, чтобы не пускайте домой. Она без моего разрешения там у себя, там в Узбекистане, дом купила. Даже не советовался, что я вот дом хочу купить там туда-сюда. А сейчас она жалеет, звонит, я не беру трубку. Как-то я поднял трубку, она говорит, извини, давай по-новому начнем туда-сюда. Я говорю, нет. Я говорю, у меня мужское достоинство уже. Я не хочу. Ой, ношу золотую чисто серебро, ой, да мину, ой, минуется. Ой, мой, ношу золотую чисто серебро, да мину, ой, минуется. Ой, дорога наша, любовь, да не. Ой, забудется. Ой.
Every time.